встречает автобус, на котором я приехала. Если от Леонозова. Если Леонозова приехала, все. Потом этот 92-й повернет направо и поедет до станции платформа на Сельмаш. Там у него конечная. А я уже приехала. Вот мой родной район. Западное Дегунино. Вот моя улица. Ах, вот здесь у нас Талбинская улица. Вот здесь я хожу. Тоже снимала, еще буду снимать. Вот оно, Коровинское шоссе. Вот. Туда в поликлинику я хожу, в Ангарскую 24. Когда пойду в следующий раз, еще посниму. Вот так здесь вечером. Наш район Западный Дегунино. А здесь район Дмитровский. Тоже наш северный округ. А вот здесь, за этим вот, за этими двумя домами, Бескудниковский район. А вот эти два, три, вроде три или четыре дома. Вот с краешку по улице 800-летия Москвы, они относятся к Дмитровскому району. А за ним институт Федорова, вот с этими домами. Это район Бескудниковский. И здесь мой Западный Дегунино, а там будет Бескудниковский. А здесь район Дмитровский. Это я снимала, и меня мужчина один поправил. Человек, который живет вот в этих, в каком-то из этих домов. Он говорит, неправда сказали, не Бескудниковский район у нас, а Дмитровский. Да. Вот почему-то решили оставить в Дмитровском районе четыре дома. Три или четыре. А далее идет уже по этой же стороне идет дома в Бескудниковском районе. Так, ну что, поехала я. У меня тут мои автобусы. Пойду я, поеду. Так, да. Несколько остановочек. Продолжу на следующий.